Всем привет, сегодня будем смотреть плохую конечную сцену в Scary Doll. Стартуем. Добро пожаловать домой. Давайте играть и на режиме легкий, к примеру. Посмотрим, как кукла атакует. Наконец-то начались каникулы. Я с нетерпением жду встречи со своей семьей. Мы едем на каком-то старом москвиче. Ох ты, кукла-то, вот она где! Вы видели, кукла находилась у дыры в дом. Фантастика какая-то. Мне нужно выяснить, что происходит. Получается, здесь две куклы, как минимум, было. Ну-ка, если ее камнем огреть. Видите, написано «Ночь один». Полезла. Мы сегодня будем только попадаться и баловаться. А, все, ты обошла. А если огреть? Попадаемся. Так это у нее не кольцо было, а молоточек маленький. Просто он увеличивается. У вас есть 60 секунд, чтобы достичь цели. Какой цели? Мы в кругу. Вы можете двигаться, когда горит зеленый свет. А где зеленый-то? Я не вижу. Не двигайтесь, когда горит красный, иначе вы проиграете. То есть это обучение. Что? Это же игра в кальмара. Это какая-то жесть. А, все. Я подвигался. Ночь 2, смотрите, это игра в кальмара. Вообще не ожидал такого. А если в этот момент качаться? У камня звук нереалистичный. Так, а кукла почему встала? Я ж здесь. Обходи, обходи, обходи. Ее нужно, видите, звать, чтобы она меня атаковала. Музыка, музыка пошла. Ура. Кукла, я вот. И сейчас сядем на качель. Ушла, ушла, ушла. Прыгаем. Хорошо. Опять шумим. Давайте вообще погуляем. Мы с вами даже можем что-то найти. Допустим, ключ от дома. Все, его уже можно забрать. С помощью него мы открываем с вами маленький шкафчик. Классно. А уже в подземном ходу можно выкопать, допустим, книгу из грязи. Давайте возьмем дробовик. Нам теперь даже не нужна зажигалка, пока разработчик это не исправил. Просто сбоку подходим и все. Он где-то здесь. Все, дробовик взят, ура. У нас сегодня самая главная задача — это посмотреть конечную сцену. Оставляем ей. Ведь ее нельзя было устранить, когда она ползла в проходе. У вас есть 60 секунд, чтобы достичь цели. Так, давайте ждать. Красный, вы можете двигаться, когда горит зеленый. Это игра в кальмара. Прямо здесь. Так, ждем зеленого, ждем зеленого. Пока получилось. В принципе, получается. Прошли, 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 прошли. Мы находились в сцене. Ой, а сейчас где? Сразу ночь 4. Так это даже не конечная сцена, это только лишь начало. Кукла, привет. Прям в воздухе, ничего себе. Она меня вбила в снег. Ах ты, так вот она, конечная сцена. Кукла меня тащит в столовку. Дальше что будет? А, на второй этаж. Похоже, положит на кровать. Это что такое? Она зашивает мне рот, видимо, чтобы я молчал. И посадила в угол. Подождите, так меня превратили в куклу. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами посмотрели не только плохую конечную сцену, но и интересный путь к ней через игру кальмара, где на красный свет нельзя идти, на зеленый можно. Смотрите, кстати, на качели есть маленький молоточек рядом с ней. Во время игры, похоже, он помещается ей в руку, и когда наступает момент, когда кукла нас атакует, этот молоточек увеличивается в размерах. Оценивайте видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.